Как давно вы знаете компанию AV Clubs? AV Clubs я знаком, наверное, с самых-самых начал, еще в свое время, когда была так называемая AV Академия. Наверное, года с 2007 или 2008 как раз мы знакомы. Я слышал, что это один из крупнейших информационных порталов в сфере мультимедиа. Они объединяют AV-индустрию на различные компании, взаимосвязь, сотрудничество, там, обмен опытом. Я Мамонт, я читаю ваш сайт и получаю ваши рассылки. Сайт ваш знаем. На Ютубе знаю канал точно. Я регулярно читаю рассылки, наши менеджеры смотрят вебинары, на которые нас приглашает компания AV Club. Ну, интернет. Читаем новости в социальных сетях. А вот как раз какие социальные сети? Facebook. Мне почтовая рассылка регулярно приходит от AV Club. В Телеграме, на AV Focus периодически попадаю, да. И сейчас сотрудников своих всячески в вашу сторону двигаю, чтобы они тоже, в общем, были, ну, не теряли нить, были в теме. Я знаю, оригинальные мероприятия вы проводите. В Казань периодически нас приглашаете, так как соседи. А хотели бы вы поехать на выставку Integrate System Europe в Амстердаме? Да, меня уже приглашали. Если бы бесплатно. Странный вопрос, да, конечно, кто не хочет. С вами хоть на край света, но в Амстердам не хочу. А на выставку Integrate System Europe? Нет. Честно говоря, я слышал о ней, но я не планирую. Мой коллега, он был в Амстердаме на выставке. Да, я в курсе, что такая проходит, но сам там не присутствовал. Да, я слышал, в Амстердаме уже не будет проводиться выставка. В этом году последний раз, поэтому у вас будет возможность поехать туда. За чей счет? Давайте так. А вы знаете о том, что вы проводите конкурс? Главным призом, которого является... Поездка в Амстердам? Да. Знаете про это? Ух ты. Нет, не знаю. Нет, не в курсе. Вот только сейчас от вас услышал. Что-то краем глаза видел. Конкурс я видел, что нужно что-то сделать, и тогда нас возьмут бесплатно. Да, я видел конкурс этого клуба, да. Да, то есть вы наш подписчик. А в какой соцсети? В Телеграме видел. В Телеграме. Участвовать будете? Я думаю, да. Конечно, конечно. Конечно. Отлично. Давайте, пришлите ссылочку. Да. Жить надо. Нужно отвечать на вопросы, связанные с аудио-видеотехнологиями. А, понятно. Так, ну отвечать на вопросы где-то. Где вопросы приходят? В Инстаграме, в Фейсбуке, на Ютубе и в Телеграме каждый вторник, начиная с 5 ноября, мы будем публиковать вопросы, связанные с аудио-видеотехнологиями. Дублируются во всех каналах. Они везде разные, на самом деле. Выбирайте любимую соцсеть. Понятно. У нас победитель в каждой соцсети будет. Помимо этого приза у нас еще другие призы будут. То есть это главное, еще есть другие интересные призы. А еще сходить там в классный ресторан. И, возможно, квартал «Красных фонарей». А вы клуб спонсируете? «Красные фонари» тоже спонсируют? Офигенно! Я там бывал, ничего там хорошего нет, поверьте мне. Самый лучший квартал «Красных фонарей» – это в городе Саратов. Отлично. А розыгрыш когда? У вас вообще шенген уже есть? Ну да, у меня еще. Есть, да? Ну, естественно. Что еще вы хотели бы выиграть? Какой-то приз или что-то в Амстердаме интересное посмотреть? Дополнительный денек. Дополнительный денек? Да, походить без выставки. А я бы подобрал, может быть, соседнюю какую-нибудь страну, Бельгию съездил бы, например. Взять в аренду велосипед, прокатиться везде, посмотреть Амстердам. Можно ближе. В город Замбард. Там пляж замечательный. В Замбарде есть гоночная трасса, там бывают трегни. Там еще Макдональдс хороший. Гаджеты или интересные какие-то полезные фичи всякие разные. Я люблю амстердамскую оперу. Еще у них есть концертный зал, тоже прекрасен, для классической музыки. Джаз там слушать отвратительно, а вот классическая музыка там действительно, да, да. Один из старейших в Европе, между прочим. Технологический тур по культурным заведениям Амстердама, каким-то музеям посмотреть. Какое-нибудь обучение. Что-то именно по современным технологиям. Я только что из Японии, из их диджитал-музея, и это сногсшибательное совершенно место, и хотелось бы именно какого-то обучения, наверное, в эту сторону. Вот, наверное, вот такой бы приз был бы для меня просто невероятный. Сделать обзорную экскурсию какую-нибудь по самому Амстердаму, взять интервью и записать его на всех соцсетях вашего клуба, ну, как бы прорекламировав свою компанию, да, как интегратора. Скажите, кому обращаться, чтобы нам давали правильные ответы? Мы готовы полцены, как бы. Есть специальный хэштег «Конкурс ИСИ-2020». По нему нас легко найти. Каждый вторник мы публикуем такие вопросы. И человек, который наберет большинство правильных ответов, будет победителем. А какой хэштег? Хэштег «Конкурс ИСИ-2020». Хорошо, я посмотрю. Еще раз, какой хэштег? Конкурс ИСИ-2020.
Будете участвовать? Да, давайте поучаствуем. Я еще инженера подтяну своего. Подтягивайте инженера, участвуйте вместе, и, возможно, вы все вместе поедете с нами на выставку.